Всех приветствую, дорогие друзья. Сегодня буду менять аккумулятор на своем телефоне. Телефон Huawei Y5C. Покупал я его в январе 2017 года. Ну, прошло чуть больше года, где-то год и 5 месяцев. Вот, и уже я смотрю то, что начал подводить аккумулятор. Буквально, если смотреть там что-то на YouTube, да, там какое-то видео или какую-то игрульку запустить, буквально хватает там минут на 40, на час. Так, в принципе, если только звонить, там ничего на нем не смотреть, на день еще более-менее хватает. И то с утра 100%, в обед уже где-то там процентов 45, и к вечеру 15, как обычно, где-то 15, там 20%, и по-любому заряжаю вечером, заряжаю на обеде. Вот такая вот картина. Так, заказал я новый аккумулятор. Аккумулятор мне уже приехал. Вот так его коробочку помяли. И сам аккумулятор вот в таком пакетике. Пакетик я еще не вскрывал. Давайте вскроем. Тут у нас заклеено. И посмотрим аккумулятор. Написано Huawei, такой же точно, как и у меня, 1730 миллиампер. Вот, заказывал я его, сейчас покажу вам, 27 мая 2018 года. Так, сейчас вот этот аккумулятор стоит 324 рубля, 304 заказа у этого продавца. В описании все нормально, люди пишут, что все работает. Единственное, то, что это аккумулятор, и как бы он долго едет. Мне приехал он буквально, сколько тут? Наверное, месяц и 7 дней или 8. Он приехал вчера. Сегодня у нас 4 июля. Сейчас я установлю его в свой телефон. Телефон придется выключить. Так, тут у меня шагомер. Это я гулял с дочкой. Отключение питания. Так. Давайте вскроем наш телефон. Так, да, кстати, телефон, кому интересно, у меня было видео, как я его покупал, рассказывал о нем. Тут вот уже начал лак отваливаться с задней крышки. Так, все нормально, но вот такая вот история. Так, давайте смотреть. Вот этот немножко тут по-другому. Тут написано, что это вот именно модель HB5E1. Хотя тут то же самое написано, просто немножко не так. Другой серийник. Так выглядят, в принципе, практически одинаково. Мне кажется, вот этот новый как-то кажется чуть-чуть потолще. Не знаю. Может быть, мне просто так кажется. И на родном стоит вот датчик влаги. Это если телефон топили там или нет, то здесь у нас ничего не установлено. Так, давайте установим в телефон и включим. Так, телефон включился. Это уже хорошо. Долго он грузится. Давайте закроем крышечку пока. Так, и у нас 40% заряда. Мне его нужно будет сейчас разрядить. Несколько полных циклов. Полностью разрядить, полностью зарядить. Так как, я не знаю, так еще со старых времен принято, да, если новый телефон, то его необходимо несколько раз полностью, его аккумулятор, разрядить и потом полностью зарядить. Сейчас я пока запущу какое-нибудь долгое видео на YouTube, выставлю максимально яркость и просто разряжу его в ноль и потом полностью заряжу. Так, такое вот видео. Кому нужно тоже менять аккумулятор, имейте в виду то, что на Алиэкспрессе они есть, можно заказывать, неплохие отзывы, и
принципе, посмотрим, насколько его хватит. В принципе, на год вот этого аккумулятора хватило. Ну, даже, вот, ну, может, последние 3 месяца, конечно, уже стало все хуже и хуже. Но это я про родной, да. И теперь вот посмотрим, насколько хватит нашего китайского аккумулятора. Вот такая вот история. На этом пока все. Всем спасибо за просмотр. Как всегда, до новых видео и до новых встреч. Пока!